Всем добрый вечер или доброй ночи, у кого-то добрый день. Меня зовут Мика Хигай, мастер Атоми. Сегодня у нас очень интересная тема, которая называется «Бьюти-вебинар по продукции Атоми». И зачем нужно проходить обучение по основам красоты дистрибьютору Атоми, да? Ну, самый главный вопрос сначала. Мы говорим с вами, зачем мне это нужно, зачем мне здесь сегодня быть? Зачем мне, если вы смотрите в записи, зачем мне смотреть это обучение? Да? Зачем мой спонсор, наставник отправил мне ссылку и сказал, смотри, обучайся. Почему это важно? И давайте по пунктам. Раздел красоты важен для товарооборота. Это для всех, кто занимается бизнесом, кто закрывает бинары, мастерство и так далее. Вы все знаете, насколько важны у нас два раздела в Атоми. Самый главный – это красота и здоровье. И столько баллов, сколько дают именно товары с этих категорий, не дают товары с других категорий. То есть там, скажем, рамен, да, дает намного меньше баллов, чем набор фейм, масочки любые, да. Ну, в общем, если вы сравните, вы увидите, что ваш бизнес пойдет очень хорошо, если вы научитесь делать так, чтобы у вас шел товарооборот в левой-правой ветке, именно через покупки ваших клиентов или партнеров товаров для красоты. Таких товаров у нас очень много. Кто у нас новичок, скажу сразу, что завод, который производит нашу косметику, очень известен в Корее. Когда кто-то не знает про Атоми, что сейчас очень редко, да? Только молодежь в Корее не знает про Атоми. И когда они узнают, что Колмар Корея производит продукцию для Атоми, они начинают сразу доверять. Потому что этот завод очень популярный, да, он не то, что он заработал очень хорошую репутацию. То есть этот завод, он не может себе позволить выпускать некачественную продукцию. Поэтому качество у нас очень высокое, но при этом компания добрая. Почему? Потому что политика компании в том, чтобы предоставлять роскошную продукцию в массы. Поэтому цены у нас доступные. А следующий пункт. Корейская косметика пользуется большим спросом по всему миру. Это факт, и этим нужно тоже пользоваться. И когда вы рекламируете, да, рассказываете про продукцию, обязательно говорите, что она корейская, и у вас сразу, вам сразу будут доверять. Но нужно знать нюансы корейской косметики. Далее, конкуренция на рынке косметики и косметологии. Да, брендов очень много. До Атоми у меня были разные, да, в косметичке, в ванной, разные совершенно бренды косметики. То есть у меня никогда не было такого, что только одного бренда косметика, потому что, ну, я искала. Была в поиске того, что мне подходит, потому что до Атоми, до приезда в Корею я особо ничем не пользовалась вообще. И косметологи, да, тоже конкурируют с нами. Почему? Потому что иногда людям не хочется делать весь уход утром, вечером, да, им проще один раз обратиться к косметологу, чтобы исправили все проблемы, да, то есть сделайте мне лазер, сделайте такую процедуру, такую инъекцию, чтобы вот это все решить, да, и не делать это каждый день. Мне что нравится в корейском уходе, то, что мы как бы инвестируем в свою кожу утром, вечером, делаем уход каждый день и не пропускаем, и от этого увеличиваются наши шансы на продление молодости и состояние нашей кожи. То есть мы даже можем обойтись без других брендов и косметологов. Далее, зачем нужно проходить обучение? Это поможет вам стать экспертом в своей области. То есть очень приятно работать, когда ты понимаешь, что ты эксперт. И
Да, ваши клиенты тоже будут это чувствовать, что вы в своей сфере как рыбка в воде. Вы все здесь знаете, вы в каталог, ну, полностью знаете каталог, да, что на корейском сайте, что на вашем сайте, возможно, даже что на сайтах других стран, потому что компания у нас глобальная, и косметика, и другие товары предоставлены в разных странах. Поэтому экспертам доверяют, слушают их мнение, и то есть у вас будут продажи, да, потому что вы авторитет, будете пользоваться авторитетом, потому что ваше слово очень важно, да. Следующий пункт очень связан с экспертностью – это доверие. Вызывать доверие сейчас в современном мире самое главное. То есть не сколько бренд, не сколько цена или другие факторы, но вот доверие, если вы завоюете, то это самое главное в продажах. И так не так просто завоевать доверие. Это вы делаете экспертностью, регулярностью, да, и так далее. Но когда вы завоюете доверие, вам будет очень просто вести бизнес, и к вам будут идти клиенты, да, регистрации, партнеры. То есть вы будете притягивать как магнит, если вы завоюете доверие. И ни в коем случае не теряйте доверие, потому что один раз потеряете, уже очень сложно будет его вернуть. Ваша самооценка также увеличивается, потому что иногда ты чувствуешь себя самозванцем, когда вот только начинаешь, новичок, тебя начинают спрашивать, а что ты мне порекомендуешь из косметики? И вы так, ну, наверное, это или это. Ну, как бы неуверенно себя чувствуете. А когда вы хорошо разбираетесь в этой теме, то ваша самооценка и самореализация тоже очень хорошо здесь прокачиваются. Улучшить свой уход и свое состояние кожи тоже поможет это обучение. То есть вы узнаете, какие типы кожи бывают, как определить свой тип кожи, как подобрать уход именно для вашей кожи. И последний пункт – это далее вы сможете также передавать эти знания не только своей команде, но также участвовать в семинарах, которые проводит компания, в офлайн, онлайн, в зумах, ну, в эфирах и так далее. То есть, опять же, да, выступать в роли эксперта и завоевывать доверие. Таким образом ваш бизнес будет только расти. Итак. Ну, давайте к самому-самому базовому, да, немножко в биологию. Значит, возьмем биологию немножко и поговорим о том, вообще, как, из чего состоит наша кожа. И, как видите, наша кожа имеет слои. Три основных слоя – это эпидермис, дерма и гиподерма, подкожно-жировой слой. То есть дерма – это сама кожа, эпидермис, вот, он состоит из вот всех вот этих вот слоев. И почему это важно знать? Потому что мы с вами работаем с косметикой, мы рекомендуем косметику. И важно знать, как вообще она работает. Я думаю, что вы слышали, что кожа у нас обновляется каждый месяц. И как это происходит? Что это значит вообще? Дерма – это где у нас сосуды, волосы растут, а также эластин и коллаген именно в дерме находятся. То есть от них, от дермы все начинается, да? Появление клеток, обновление их, и вот новые клетки в базальном слое, они так идут вверх, и постепенно, да, вот это уже мертвые клетки, то есть роговой слой, ороговевший слой. Вот. И вот это вот обновление кожи нашей происходит именно таким образом, снизу вверх. И этот процесс занимает целый месяц.
И косметика, когда мы наносим ее на кожу лица или ну, любой другой участок кожи, то она не может пройти глубоко, да, скажем, сразу в дерму, потому что здесь очень много есть слоев, через которые очень сложно пройти. Это для чего это нужно вообще, для чего какие функции у нас выполняет кожа именно здесь? Она является терморегулятором, поддерживает температуру. Она прочная и упругая, защищает внутренние органы от ударов, повреждений. Особые рецепты в коже обеспечивают чувствительность. И самая главная функция – это защита от внешних факторов и раздражителей. То есть вот такая прекрасная... Это самый большой орган в нашем теле. И кожа, конечно, важно, чтобы эстетически тоже прекрасно выглядела, особенно для нас, тех, кто представляет косметический бренд. То есть ваша кожа должна быть прекрасной, выглядеть, потому что, ну, если вы пользуетесь сами, если вы рекомендуете, то как вам доверять, если у вас самих все прекрасно с кожей? А когда что-то, какие-то проблемы, то вы чувствуете себя неуверенно, да? Итак, давайте рассмотрим подробнее. Вот у нас нормальное состояние рогового слоя. Помните, да, что такое роговой слой? И есть такой момент, как эпидермальный барьер. То есть это наша кожа защищает нас от раздражителей, аллергенов, бактерий. То есть защитные свойства нашей кожи. Это в норме, но не всегда так бывает. К сожалению, когда что-то идет не так, когда кожа там, ну, слишком медленно обновляется или повреждается, у нас бывают проблемы. И проблем бывают, ну, различные совершенно проблемы. Да? Это и акне, и морщины – тоже проблема. То есть когда влага не удерживается в коже, то есть она испаряется, выходит из кожи из-за того, что вот эпидермальный барьер нарушен. И наша с вами задача, и наша косметика в том числе, что она делает, она защищает наш эпидермальный барьер, чтобы никакие проблемы нас с вами не беспокоили. То есть хорошее, нормальное состояние рогового слоя – это основа. И самое главное. Поэтому здесь тоже, да, хорошенько почитайте. Вот я раньше этого не знала, да, что у меня он был нарушен, оказывается, эпидермальный барьер. Поэтому постоянно я сталкивалась с одной и той же проблемой, не знала, как ее решить. Именно в этом слайде решение. Еще можно сказать, что это иммунитет кожи. То есть неважно, какие факторы коснутся вашей кожи, она не потеряет свое состояние и будет продолжать вас радовать, да? Будет продолжать сиять и хорошо смотреться, да, даже без косметики. Итак, у нас есть такой аппарат, как EP Skin Booster, и он что делает? Ну вот я перевела картинку с корейского сайта, и я оставила ее специально в таком виде, чтобы вы видели, как это просто. То есть не бояться корейского сайта, там у нас вся информация есть по продукции. Просто наводите телефон на экран, и он вам тут же переводит. Да? Поставили с корейского на русский, и вот перевод. То есть здесь вот говорится о том, когда мы используемся руками, а здесь уже когда пользуемся скинбустером. Насколько проникает косметика в глубокий слой кожи. То есть помним, да, вот эти все слои. То есть косметике вообще очень сложно пройти через вот эти все барьеры. Но когда мы работаем руками,
очень хорошо растираем, делаем массажики, да, фейс-фитнес и так далее, то мы помогаем косметике проникнуть в роговой слой для того, чтобы напитать кожу, увлажнить ее, да. А когда же мы используем бустер, то что происходит? Электропорация. Позже вы узнаете, что такое, подробнее об этом. Ну, вот так вот тоже важно увидеть, как это работает на картинке, что микротоки, они позволяют косметике, да, без помощи рук проникнуть в глубокие слои кожи. И видите, здесь не дошло до глубоких, до конца, да, а здесь вот, то есть все, вся косметика, она проникла глубоко в кожу. И в этом и в прелесть нашего скинбустера. То есть это такой аппарат, который используют косметологи на своих процедурах. Поэтому мы говорим, что благодаря этому аппарату вам вы можете находиться дома. Он появился в период пандемии, и косметолог у вас есть дома. Вот здесь про электропорацию, то, что это безинъекционная биодевитализация. И очень полезный продукт, который товар, который нужен, я думаю, что любой этомянке. Электропорация, идеальная кожа без следа от инъекций. То есть никакой мезотерапии не нужно, да? Благодаря этому аппарату ваша косметика достигает глубоких слоев. Да, нет противопоказаний, можете использовать даже в летние месяцы. Сейчас давайте я немножко беру, чтобы вы почитали здесь. Открываются дополнительные каналы. То есть в результате этого полезных веществ появляется возможность миновать эпидермальный барьер, и проницаемость клеточной мембраны увеличивается в 400 раз. Что еще? Какие факторы позволяют косметике проникнуть глубоко в кожу? Смотрим, да, снова на нашу кожу. Низкомолекулярная косметика. То есть когда молекулы косметики настолько мелкие, что они могут пробраться глубоко в кожу. Вообще для чего это нужно делать? Вот смотрите, в дерме у нас есть коллаген, эластин, да, это то, что помогает коже обновляться быстрее. Наша кожа поэтому выглядит молодой, красивой. У детей этот процесс идет быстрее, да, у них кожа даже без ухода отлично выглядит. Далее, но с каждым годом, когда мы стареем, то происходит торможение этого процесса. Что делает косметика? Она как бы искусственная, как дерма. Да? Она снаружи делает то же самое для вот этих слоев кожи, чтобы наша кожа выглядела молодой, красивой и не имела проблем. То есть, но большое но, сможет ли косметика проникнуть глубоко в кожу? Не всякая косметика, не всякая корейская косметика это делает. Есть такое понятие, как масс-маркет и премиальная косметика. Ну, то есть два основных типа. И раньше я думала, что вся корейская косметика, она хорошая, и что бы ты ни взяла, она будет работать одинаково. То есть, ну, там только в ингредиентах разница. Но это большое было заблуждение с моей стороны. И я поняла, что мне нужно пользоваться премиальной косметикой, если я хочу достигнуть какого-то результата. Потому что чем отличается премиальная косметика от масс-маркета? То, что она дает эффект. То есть, если вы пользуетесь только масс-маркетом, на поверхности, да, что-то происходит, кожи, но она никогда не может пойти глубоко в кожу и поработать там. То есть зарядить вашу кожу, сделать какой-то, дать эффект, результат, чтобы вы почувствовали. Поэтому
пользуйтесь только премиальной косметикой в Атоми, она именно такая, причем по доступным ценам. И у косметики Атоми очень много технологий, которые делают косметику проницаемой. То есть даже без использования бустера у вас будет результат от этой косметики. Конечно, бустер — это новые технологии, и нужно ими пользоваться для лучшего эффекта, для более быстрого эффекта, но знайте, что наша косметика, она проникает в глубокие слои кожи просто потому, что здесь очень классные составы, очень высокие технологии, позволяющие ей проникать. Да, это и ферментация, высокая степень очистки и так далее. Поэтому косметика Атоми настолько результативная. Поэтому мы делаем и марафоны, да, и пользуемся продукцией, видим результаты на своем лице. Не всякая косметика, она способна это сделать. Так. Да, компания Atomy, она постоянно улучшает и обновляет свою продукцию. Это касается не только раздела здоровья, красота, но и других разделов. Но мы сегодня с вами концентрируемся именно на этом разделе. И вот это вот история набора Фей. Когда мы с Владимиром пришли в компанию, не было еще набора Фей. Он появился в 2019 году. Был вот такой набор с BB-крем. Шести ступеньки, да, мы все называли. Вот. Но еще такие этапы прошел этот набор, но основное в нем не менялось. Это эти высокие технологии, даже несмотря на свое время. Да, в 2009 году была основана компания, началось все с Хема-Хима, и также этот набор шестиступенчатый был вторым товаром компании. И вот так он проходил через этапы. Напишите, пожалуйста, в чате, какие обновления вы заметили вот за это время существования. Ну, то есть вашего бизнеса, да, когда вы пришли, обновилось ли что-то из продукции еще, кроме шести ступеньки, кто попал в то время, когда у нас была еще шести ступенька. То есть шести ступенька стала набором Фей. Что еще поменялось? Так, пока отвечу на ваши вопросы. Скинбустер можно использовать каждый день. Да, конечно, можно использовать каждый день, утром, вечером. Упаковка зубных щеток, пишет Екатерина. Да, сегодня мы именно про косметику говорим. Вот что в косметике? Может быть, какое-то обновление какого-то набора. Да, вот Эльмира пишет, спот-аут, набор поменялся. Да, то есть был спот-аут, сейчас набор сно, о котором мы тоже с вами поговорим. Спасибо. Кушон. Да, был кушон, более простой, да? Сейчас у нас золотой кушон с коллагеном, с осветляющими функциями. Аделика появилась, да, мужской набор поменялся, да. Акне-набор, кто знает, вот он был похож вот на вот такой дизайн у него был, акне-набор. Сейчас это акне-эксперт, то есть более лучший состав и... Цены не сильно поменялись, да? Так, вопрос, как заказывать с корейского сайта? Заказывайте, да. Сейчас заказы идут по всему миру с корейского сайта. То есть то, что я сегодня вам буду показывать, это не только сайты в СНГ, но и корейский сайт, потому что это основной сайт компании, сама компания корейская, и все новинки, они выходят именно в Корее. Поэтому очень важно, чтобы вы ориентировались и на этом сайте. Аква-набор поменялся на гидро. Отлично, Наталья. Да, спасибо. Вот такие изменения происходят. Да? То есть даже лучше стал... Гидронабор очень любят. Да? Когда он заканчивается на сайте, клиенты прям говорят, надо, чтобы он появился. Да? Поищите, у кого есть набор гидро. То есть очень хорошие отзывы именно гидронабор.
лучше состав, да, микрокапсулы в гидронаборе, которые позволяют еще и осветлять кожу. То есть акванабор, он у нас только на увлажнение работал, но все равно, да, вы можете крем аква приобрести до сих пор на корейском сайте. Так, Диляра пишет, проводила зум про нашу косметику, практически состоит из живых ингредиентов. Такие натуральные средства наилучшим образом воспринимаются кожей, дают 100% эффект питания, увлажнения, насыщения влагой, восстановления омолаживания. Да. Спасибо, Диляра. То есть, опять же, да, если посмотрим на биологию, кожа не так-то просто в современном мире, да, окружающих факторов очень много, это экология, стрессы, выхлопы, обезвоживание в виде радиаторов и, ну, все что угодно может обезвожить кожу, даже вот кондиционер. То есть не так-то просто удержать иммунитет кожи, то есть сделать так, чтобы эпидермальный барьер был очень сильным. Самое главное, чтобы у вас был эпидермальный барьер сильный, работал как часы. Тогда у вас не будет никаких проблем с кожей. И именно косметик Atomy работает над этой задачей. Как сделать так, чтобы вы не теряли влагу. То есть ваша кожа была красивой, молодой все время. И также решает ее проблемы. Так. Давайте теперь рассмотрим, какие типы кожи у нас бывают и как, какая косметика у нас подходит. Сейчас себя куда-нибудь поставлю. Вот так. Так, смотрите. Есть нормальная кожа, и обладательницы нормальной кожи – это счастливицы. Я, к сожалению, не в вашем числе, но у нормальной кожи нет никаких проблем обычно. Напишите, у кого нормальная кожа. Мы за вас порадуемся. Нормальная кожа, нет ощущения стянутости, жирности. Чувствуете кожа себя прекрасно, каким бы вы набором ни пользовались, не вызывает никаких, да, никакого эффекта. То есть наоборот, только все вам подходит. И здесь, если у вашего клиента нормальная кожа, вы можете посоветовать набор Fame. Набор Абсолют, Гидра, ну, в общем, любой набор по желанию вашего клиента. Если вы дальше спрашиваете какие-то наводящие вопросы, что вы хотите улучшить, да, что, какая цель покупки косметики, вы можете уже уточнить. Но ну, так можно рекомендовать набор Fame. А далее сухая кожа. Сухая кожа – это когда ощущение стянутости есть, особенно после умывания, вы заметите этот эффект, и раньше начинает стареть такая кожа. То есть своей влаги в коже недостаточно, да, поэтому обязательно такую кожу мы очень хорошо питаем. А здесь подходит и набор Fame, и набор Абсолют. В зависимости от того, появились ли уже признаки старения или желает ли клиент поработать уже над профилактикой морщин. Или если уже появились, конечно, морщины, то активно с ними бороться. Так, кто узнал свою кожу, пишите, у меня такая кожа. А следующий тип кожи – это жирная. И это постоянное ощущение жирности, да, особенно летом. Как вообще проверить? Традиционный способ, как проверить, какая у вас кожа, это салфеточку прислонить к лицу, то есть лицо должно быть чистым. После умывания где-то час-два часа пройдет, макнули и посмотрели, в каких зонах у вас салфеточка стала жирненькая. Если салфетка стала жирная по всему лицу, видите, да, салфеточку брали, то есть там жирность везде, то это жирная кожа. И здесь можно посоветовать очень небольшой
Ну, вот двухступенчатый уход, например, набор гидро достаточно, потому что своих увлажняющих факторов у такой кожи достаточно. То есть ей не нужно, особенно такая кожа боится вот тяжелых кремов. Например, питательный крем, крем для глаз, да, вот не подходит такой коже. Даже крем для глаз, почему я не рекомендую, потому что крем для глаз на орбитальную косточку наносится, и если он пойдет вокруг, то есть может вызвать какие-то раздражения, даже акне, да, потому что такая кожа проблемная, она сразу начинает закупориваться, поэтому очень легкий уход, особенно что касается лет. Даже можно здесь использовать просто мисты в течение дня. Например, утром, да, уход, одна эссенция плюс там мист в течение дня, а уже вечерний уход закрываем крем. Комбинированное. Это самый популярный ответ. Жирный, да, Диляр? Да, сразу узнали. Да, вот Мирангуль пишет, что обожает именно этот набор. Гидра вот в голубом цвете, так как жирная кожа. Но обладательницы жирной кожи и мужчины тоже, не расстраивайтесь, потому что такая кожа, она медленнее стареет. Тогда как нормальная сухая кожа, они раньше увидят признаки старения на своем лице. То есть, ну, свои плюсы и минусы есть. Да? Далее, комбинированная кожа, жирность Т-зоны нормальные или сухие щеки. Комбинированный тип очень распространенный. И да, это когда у вас разные зоны лица имеют разный тип. То есть она может быть жирная и сухая, да? Нормальная или жирная. В общем, по-разному. И здесь, что бы я рекомендовала, это тонер и эссенция. То есть вы можете брать линии разных, ну, скажем, тонер Snow или гидроэссенцию, или тонер Absolute, тонер Fame. Обязательно начинать с тонера, даже тонер Цика или Акне, смотря на состояние кожи, и завершать эссенции, лосьоном, то есть с какими-то легкими текстурами, чтобы снова же не закупоривать кожу, поры, чувствовали себя комфортно, и тогда вы не будете чувствовать, да, никаких проблем. Если же у вас чувствительная кожа, да, это уже покраснение, сразу реакция на косметические средства, то мы рекомендуем набор Цика. Стянутость, раздражение. Ну, вы, те, у кого чувствительная кожа, тоже знают, да, что очень реактивная еще кожа, говорят. С такой кожей у клиентов будьте тоже очень осторожны. Нельзя рекомендовать любой набор. Нужно быть очень внимательными, задавать очень много вопросов. Возможно, есть какая-то аллергия, да, то есть лучше человеку с чувствительной кожей прийти на мастер-класс и на себе испробовать вообще, там вот на самой нежной части нашей, например, вот на ручку нанести, нет ли аллергии, нет ли какой-то реакции, затем только пробовать на лицо. То есть лучше прийти на мастер-класс, попробовать на себе, убедиться, что все подходит, и только потом делать покупку. Почему? Потому что если вы порекомендуете что-то, какую-то косметику, которая в итоге не подойдет вашему клиенту, такого клиента вы можете потерять навсегда. То есть он скажет, нет, косметика Атоми мне не подходит. Да? Даже не разобравшись, что у нас очень много линий, очень много, что может предложить компания. То есть если одно не подошло, подойдет обязательно что-то другое. Но обычно, да, первое впечатление тоже очень важно, поэтому чем экспертнее вы будете давать совет в том, что приобрести клиенту, тем лучше, конечно, для вашего бизнеса. Тейси пишет, как стала пользоваться еще четырех этап
мятным, стала меньше жирной. Отлично, да, очищение очень важный этап в любом уходе. У меня тоже гангренная кожа. Да, очищение сначала у нас идет перед любым уходом, и затем уже уход сам. Вот. Давайте еще, если вы еще не почувствовали, не узнали, какая у вас кожа, давайте вот такие сделаем, да? Посмотрим на вот эти фотографии. Здесь говорится, ну, показывается жирность, то есть нормальная кожа, незначительные следы на салфеточке у вас остаются, комбинированные с кожей, видимые следы в районе лба, носа и подбородка, сухая кожа, салфетка без видимых следов и жирная кожа, следы по всей салфетке. Еще самый главный показатель, как определить свое состояние своей кожи, то есть тип ее, это посмотреть на ваши поры. Поры сразу покажут. То есть вот если у вас поры находятся именно здесь, то вы можете тоже определить, какая у вас кожа. Поры по всему лицу, например, это жирная кожа. Также вот справа картинка классная, которая также поможет вам определить тип не только своей кожи, но и клиента. Очень круто, если клиент пришел к вам на консультацию или даже просто отправил вам фотографию, да, с чистого лица, где видно поры, и вы определили, а так у вас жирный тип кожи, вам подходит такая косметика, да, сразу вы заработаете кучу баллов доверия у такого клиента, и он будет к вам возвращаться, потому что будет знать, что вы не хотите на нем заработать, да, потому что косметика доступная, качественная. Вы хотите помочь, действительно помочь, и вы можете помочь благодаря вашей экспертности. Так, нормальная кожа, заметные поры в Т-зоне, легкий блеск, воспаляется редко. Ну, нормальная кожа – это большая удача. Сухая, не видно пор, не блестит, стянутая и шелушится. Сухая кожа, жирная – это вот, да, вот жирность здесь показывается вот такими волнообразными линиями, склонная к кудрям, то есть это проблемная кожа, да, обычно крупные поры, жирный блеск, комбинированная, жирная в Т-зоне, в основном сухая, и чувствительная, реагирует на пищу, среду, склонна к красноте, высыпанию, зуд. Кто еще не определил свой тип кожи, напишите в чате. У меня вот такая, да, кожа, у меня вот такая. Будет, думаю, интересно посмотреть на статистику. У меня для вас задание. Посмотрите на мое лицо и постарайтесь определить, какая у меня кожа. По вот именно порам. То есть поры – это наш такой секрет, как определить тип кожи. Пишите в чате, пожалуйста, ваши варианты. Также, когда вы сработаете с клиентами, попросите их перед тем, как рекомендовать что-то из косметики, сделать именно вот такое фото. Света много, да? На заднюю камеру телефона, потому что передняя камера, она у современных телефонов предусмотрена для селфи, и она что делает? Она замазывает поры как раз, чтобы вот даже вот сейчас в зуме, видите, у меня замазана кожа, такой эффект BB-крема, фильтр наложен. Для чего? Именно как раз потому, что, ну, вот камеры так делают, это чтобы мы себе больше нравились в таких селфи, поэтому более честная камера – это задняя камера. Также, кто участвует в наших марафонах, тоже мы всегда говорим, на заднюю камеру, при хорошем свете, очень крупно, пожалуйста, чтобы видно было поры, тогда, чтобы вы могли увидеть эффект до-после косметики, а также определить тип кожи, что важно. Так. Ага, посыпались ответы, спасибо большое. Жирная, комбинированная, чувствительная. Жирная. Действительно, комбинированная. Да,
Многие отгадали, да, это комбинированный тип. То есть у меня поры не по всему лицу, но большая часть, да, вот здесь вот поры находятся. У меня еще что интересно, довольно сухой лоб. То есть Т-зона, хотя и да, в порах, но лоб сухой, и здесь вот у меня морщинки уже появились. Морщин вокруг глаз нету, и это тоже, да, благодаря тому, что кожа комбинированная, своих увлажняющих факторов, да, очень много, поэтому мне, я даже могу не пользоваться пока отдельным кремом для век. Например, сухая и нормальная кожа этого не смогут позволить, да, обязательно пользуйтесь кремами. Я пользуюсь стиком бальзам Абсолют перезагрузка для вот этих участков вокруг. Да, у вас проблемная кожа – это проблема номер один, почему я вообще начала углубляться в тему косметологии, почему… Ну, так часто бывает, да, что когда у тебя очень много проблем, ты начинаешь разбираться в этой теме очень хорошо. Вот поэтому благодаря и своей проблемной коже я начала вообще начала пользоваться корейской косметикой, наделала очень много ошибок, из-за чего у меня очень серьезные проблемы, к сожалению, случились с кожей. То есть я не могу, к сожалению, да, убрать вот эту фотографию, но вот здесь я хотела вам показать просто, насколько сильно у меня может воспаляться кожа при неправильном уходе. Да, не продумала этот момент. Там, в общем, такие очень агрессивные прыщи. Это кистозное акне. Да, вот у меня на щеках на самом деле есть. Это у меня уже тут незаметно, потому что я пользуюсь нашей косметикой. Она очень все отлично скрывает. Лицо блестит, да, лицо кажется идеальным. Даже без фильтров. Но вот кожа у меня далека от идеала. И это, кстати, также и гормональный фон здесь играет, потому что это первые месяцы беременности, и тогда у меня тоже очень сильно высыпало на фоне гормональной. И что из косметики помогло именно мне? Это, конечно, очищение, но не агрессивное очищение, то есть не частое очищение. То есть это вот эти вот скрабы с косточками, да, абрикосами, например, такое вообще противопоказано моей коже, потому что это вообще сносит эпидермальный барьер, и иммунитет вашей кожи просто никакой, и вы будете постоянно мучиться одним и тем же проблемам. Поэтому очищение должно быть дозировано, то есть pH-баланс сохраняем у кожи максимально, можно даже иногда умываться без пенки, в таких случаях запущенных. И чем я начала пользоваться тогда, это акне-набор. Тогда это был еще предыдущий акне-набор. На замену ему появился более лучший состав, акне-эксперт. Очень хорошо помогает именно, когда есть явные проблемы в коже. Дальше цика набор тоже очень классный, потому что он помогает успокоить вашу кожу. То, что я не ожидала, но мне очень помогло, это амбулосинергия. Амбулосинергия работает на иммунитет нашей кожи. Также, кстати, работают пробиотики именно в косметике. Они есть, лизаты называются, да, они есть в наборе Абсолют, которым я тоже пользуюсь, да, тонером, лосьоном я пользуюсь, ампулой, сывороткой. Но именно в ампулах синергия очень хорошо прокачивается ваш эпидермальный барьер, то есть он усиливается, и вот после ампул синергия я перестала, моя кожа меня огорчать кистозным акне. Ну и последствия прыщей. Я сейчас работаю с набором Absolute Snow.
То есть и ампула синергия 1 и 3 и набором снов, потому что это набор, который помогает осветлить пигментацию и пустакне. То есть также, когда я не могла себе подобрать уход, не понимала нужды своей кожи, одна и та же проблема, да, кистозное акне меня не покидало. И, то есть в такой, ну, это боль, да, когда ты смотришь в зеркало, и у тебя наворачиваются слезы, новый прыщ выходит, это, ну, кистозное акне, когда прыщи на одном месте выходят постоянно, рядом, ну, не прямо на одном месте, но рядом постоянно выходит, и вы просто не знаете, что делать в таком случае. Это большая проблема, и если вы сможете помочь клиенту именно с этой проблемой, то, конечно же, вы такого клиента уже не потеряете никогда, и доверие будет 100% к вам, как эксперту. Если будет такая проблема, вы будете знать, как ее решить. И прошла, да, очень много косметологов. Многие из них не помогли. Но делала очень такие болючие процедуры. Кстати, здесь, в Корее тоже. Это когда врач вам говорит, что вообще прыщи, конечно, нельзя трогать. Но они у вас настолько гнойные, что нужно прокалывать, выдавливать гной, иначе он там у вас будет застаиваться, да, бактерии копятся, то есть нет никакого другого варианта. А любое прокалывание прыщей – это шрам. Постакне, особенно на светлой коже, остаются очень сильные шрамы, которые тяжело вывести. Да, кстати, поэтому я и сделала короткую стрижку, которая вот закрывает мне щуки, как раз чтобы просто скрыть. Потому что, как представитель косметического бренда, там мне нужно было, там и мои семинары ездили, мастер-классы делали. То есть я не могла себе позволить выглядеть плохо. Я пользовалась нашей декоративной косметикой, чтобы вот скрыть такие временные проблемы своей кожи, пока я решала их. И сейчас я начала уже отращивать волосы, потому что, ну, эта проблема решилась. Кистозное акне у меня уже не беспокоит, но остались постакне. Вот то, что, конечно, тоже мешает мне в работе. То есть я не могу, да, полноценно записать рилсы, всегда показывать себя без фильтров, потому что беспокоит вот такая проблема. То есть вам тоже на заметку, что как представители бренда, если вы хотите, чтобы ваш бизнес прекрасно шел, и завоевывать 100% доверие, когда вы выглядите на 100% и вживую, и онлайн, то это большая разница. Выглядеть, кстати, не только лицо должно красиво, вообще и одежда, да, стиль. Но что касается кожи, так как мы представляем косметику Атоми, то это нужно, конечно, позаботиться и об этом. Итак, самый важный этап увлажнения, именно кореянок, это тонер. Этап тонера, кто-то называет тоник, да, но это больше европейское. В европейской культуре тоник – это очищение, этап очищения. У нас же тонер – это этап увлажнения, самый главный. И тонеры, мы их используем после умывания, сразу после умывания, то есть у нас есть 3 секунды, чтобы нанести или мист, или тонер. Иначе наша кожа начинает терять влагу. Потеря влаги – это все возможные проблемы. Да? То есть это снова эпидермальный барьер у нас начинает нарушаться. Да, обожаю тонеры. Тонеры – самое главное в уходе, поэтому не пренебрегайте тонером. Возможно, кто-то еще не знает, да, что мне нужен тонер, я пользуюсь только кремом, и мне достаточно. На самом деле тонер может даже заменить весь уход, он, скажем, для жирной кожи. В кореянке даже наслаивают тонеры, чтобы как раз вот кожа насытилась и была готова
чтобы следующие этапы лучше впитались в кожу. То есть эффект губки. Когда на губку, если нанести крем сухую, то там столько слоев кожи, да, вы видели, ну, невозможно крему попасть, проникнуть вот хоть даже через верхний роговой слой. А если же вы хорошенько увлажнили кожу, это не вода, а вода, наоборот, сушит кожу. Если вы увлажнили кожу тонером, все, это проводник, который, после которого ваша косметика прекрасно будет впитываться кожей в глубокий слой. Далее, давайте рассмотрим состояние кожи. То есть типы мы уже разобрали, состояние кожи. Эту картинку вы можете даже заскринить. Что я советую? При нормальной коже, да, давайте по порядку, это Dabur Fein. То, что вы можете безопасно для себя рекомендовать. Нормальной коже может, в принципе, и любой набор выбрать по, ну, своему предпочтению. Далее, если какое-то покраснение, раздражение, это ЦК набор. Тоже, кстати, новый довольно набор, когда мы начали работать, его не было. Цика – это центелла, это лечебная трава. Такой даже аптечный запах немножко есть. Ну, вообще никакого света, никакого запаха нет. Ну, такой аптечный легкий травяной запах есть у этого набора. Лечебный набор цика. Сухая кожа – это или фейм, или набор абсолют, в зависимости от того, ну, предпочтение, да, возможно, человек пришел на мастер-класс, то и то попробовал, понравилось что-то одно больше. Или, исходя из бюджета, то есть фейм, он более бюджетный, или исходя из того, насколько уже признаки старения есть на коже. Дальше, витилиго. Если это уже такая довольно серьезная проблема, и здесь не советуйте только обойтись вашими рекомендациям, обязательно отправьте человека к врачу. То есть витилиго – это иммунное нарушение, нарушение иммунной системы и иммунитета кожи в том числе. То есть что-то происходит не так в организме. Здесь можно посоветовать, что из продукции Атоми – это химохим, ну, пробиотики, да, витамин С, то есть что-то… Ну, химохим я поставила как такой вот база. И далее, что необходимо делать, да, это цика-набор тоже, который поможет восстановить эпидермальный барьер, и обязательно пользоваться SPF. Есть специальный SPF у нас для чувствительной кожи. Далее, герпес. Когда возникают такие проблемы, мы рекомендуем нашу пасту, потому что она с прополисом, она помогает, такой пленочкой закрывает проблему и помогает бороться с ней. Если загар, я рекомендую набор детский с керамидами. Что такое керамиды? Это то, из чего состоит наш барьер кожи. То есть это то уже, что есть в нашей коже и так. Керамиды просто... Когда кожа, вот загар, да, произошел загар, и вы выжгли просто эпидермальный свой барьер, иммунитет кожи стал никакой, как нужно справиться с этой задачей, чтобы просто убрать, чтобы сделать так скорее, чтобы кожа восстановилась. Это керамиды. Натуральный барьер нашей кожи для детей можно использовать, а также и для взрослых вот во время таких проблем. Далее, акне. Это, ну, про это мы говорили с вами, да? Акне-эксперт. Есть прекрасный набор. Возрастные морщины. Это или набор Селактив, или набор Фейм. Тут уже смотрите, предлагайте. Или очень хороший эффект. А также возрастная кожа увидит от набора Синергия с бустером. Далее, загрязнение пор – это, конечно же, очищение. Если вы видите черные точки, особенно что касается жирной комбинированной кожи, нужно хорошенько очищать. Жирную кожу можно два раза в неделю, сухую кожу только один или
ну, глубокое такое очищение все полностью делать реже. Далее, круги под глазами. Это наши масочки хорошо спасают, наши ампульные патчи. Дерматит тоже, обратите внимание, на иммунитет клиента, то есть отправьте к врачу. Также из косметики можете предложить наш набор с керамидами. И последняя жирная кожа, да, мы уже о ней говорили, это гидро набор. Причин акне может быть не только такие явные, да, также это может быть наследственный фактор, нездоровое питание, вредные привычки, стресс, гормональный фон, лекарственные препараты или менструация. То есть вам нужно здесь с клиентом поработать, общаться, исключить какие-то факторы. Да, то есть, например, у кого-то высыпает на сладкое, на жирное, острое. То есть, конечно же, акне-набор, хемохим даже можно предложить, да, псилиум и так далее. То есть у нас очень много, большая линейка витаминов, которые помогают детокс сделать организму. Поэтому, когда вы работаете с клиентами, пожалуйста, да, задавайте вопросы, пытайтесь найти причину любой проблемы. Защита от солнца – это отдельная тема, это очень важно. Вообще в уходе, корейском уходе особенно. То есть в Корее даже старички, тут проходишь мимо, они, во-первых, полностью закрыты, а во-вторых, лицо такое белое-белое, ты понимаешь, что они там из себя выжили пол тюбика крема солнцезащитного. Потому что, ну вот, настолько здесь осознают вред солнечных лучей, то есть ультрафиолет. Фотостарение, да, мы чего называем. То есть вот смотрите на лицо. Одна половина молодое, красивое, здоровое, да, второе всевозможные проблемы. Это могут быть и прыщи, потому что солнце также и эпидермальный барьер наш сносит. И всевозможные проблемы от солнечных лучей также у нас бывают. Поэтому любому типу кожи обязательно рекомендуете пользоваться SPF. То есть, когда клиент у вас приобрел уход, если SPF не приобрел, то это большая будет минус большой, да, все равно состояние кожи будет ухудшаться, даже несмотря на то, что он пользуется уходовой косметикой. Что происходит, да? Почему? То есть, ну, будет говорить, эта косметика не работает, у меня все равно там пигментация появляется или акне ухудшается. А почему? Причина в том, что нет SPF. И в нашей культуре, например, это не так сильно развито, да? Как у корейцев. Здесь вот даже детский SPF есть, вот сырые как раз для детей с рождения, чтобы защищаться от солнца. И не было никаких проблем, да, то есть чтобы вам дети потом не предъявили: мама, что-то почему-то меня не защищала от солнца, почему у меня теперь вот родинки, пигментация, веснушки и так далее. При куперозе, Ольга спрашивает, при куперозе циконабор. И очищение должно быть очень мягким. То есть, например, пилов маску при куперозе я не советую. Так, ну и здесь тоже очень почитайте, очень важно, запишите себе. Даже не обязательно только вот в отпуске пользоваться SPF. Вообще в любой сезон пользуйтесь защитой. Через окна, через снег отражается вредный солнечный луч UVA и UVB. И защититься от этой проблемы поможет именно солнцезащитные средства. То есть это приводит к чему? К сухости, обезвоженности. Уже проблема, да? От сухости у нас какие проблемы? Это морщины, обезвоженность, это и акне, да? И раздражение разные, пигментация. То, что очень легко заработать и очень сложно потом это вывести. То есть лучше, конечно, профилактировать. Дальше. Утолщение рогового слоя и закупоренность пор. К чему это ведет? Это прыщи, преждевременное старение. То есть очень легко заработать себе морщины, но очень сложно с ними работать дальше, да, потому что происходит раскол у нас
Позже, как заполнить потом, да, это пространство. То есть это, с этим уже работать сложнее. И повышение риска развития злокачественных новообразований. Самое страшное, да, это последний пункт. Если вы уже работаете с кожей, которая заработала себе данные проблемы, особенно что касается пигментации, то это набор Snow. Вот он пока доступен только на корейском сайте. Вы можете его заказать через наставников. Но он, это профессиональная осветляющая косметика. Здесь уже представлены все наши солнцезащитные средства. Какими вы пользуетесь? Обязательно от мянки должны пользоваться SPF ежедневно. То есть это наш утренний уход, да, то есть утро и дневной уход. То есть SPF нужно обновлять на активном солнце каждые 2 часа. В кушонах, также в BB-кремах у нас есть SPF-крем, но так как кушона или BB-крема мы наносим совсем немножко, защиты там тоже мало, поэтому обновлять и базу делать, да, под макияж именно лучше солнцезащитным средством. А вот такое средство, оно вот здесь есть, это Absolute Snow эссенция, она белого цвета и такая тоже довольно легкая, подходит для любых типов кожи. Далее у нас идет солнцезащитный кушон. Стики разнообразные, да, вот это основной стик, это для чувствительной кожи, здесь представлена детская линия. Мой фаворит – это эссенция Абсолют, и вот сейчас снова пользуюсь. Это базовые уже солнцезащитные средства наши, самые доступные, то есть 600 рублей, и при этом большой объем 60 мл. То есть, если кожа вашего клиента нормальная или сухая, то можно посоветовать эти крема. Если же какие-то уже проблемы есть, да, проблемная кожа, это хорошо вот либо дермастик, либо эссенция абсолютно, потому что она легче. То есть, вам нужно смотреть на более легкие текстуры. То есть, возможно, крем базовый не подойдет. Поэтому у нас есть только выбор, то есть на любой тип и состояние кожи, чтобы у вас был ответ. И то, что подойдет. То есть вот эта эссенция, она в себя, конечно, влюбляет. И даже в базе под макияж тоже есть SPF. При розацеи каким кремом можно пользоваться? Крем Цика. Для сухой кожи какой необходимо порекомендовать? Сухой кожей мы говорили, да, это набор Fame, Абсолют. Одним из очень важных факторов, почему у нас появляются проблемы с кожей, вообще любые совершенно проблемы, это стресс. И здесь нам помогает уже косметика для тела. То есть обратите внимание, что у нас есть еще и такая косметика, то есть для кожи, тела. И здесь я бы хотела заострить ваше внимание на новых маслах эфирных, которые появились не так давно. Они помогают именно убрать стресс. Также помогают во время болезни, да, то есть кашлять, например, кто-то в семье, вы можете грудь и спинку перечной мяты хорошенько растереть, то есть вот мокрота будет отходить. Лаванда очень хорошо. Вот, например, даже у кого варикоз, как у меня, то есть нанесли на ножки и почувствовали легкость в ножках. Ну и вообще лавандовое масло можно и в ванну, во время принятия ванны накапать прям воду, несколько капель, и почувствовать такой релакс-эффект. А также есть у нас лимонное масло, которое осветляет кожу, это витамин С. И основное масло, здесь идет масло жожоба,
То есть вот, вот эти масла, да, они очень концентрированы. Их нельзя использовать на кожу вот в таком виде. Их обязательно нужно смешивать с базовым маслом. И только вот в комбинации можно применять. А для сухой кожи какой посоветует солнцезащитный крем? Базовый хорошо, который вот белый, бежевый есть. То есть сухая кожа не нуждается в более плотных текстурах. У нее проблема в том, что постоянно теряется влага. Чтобы этого не произошло, нам нужно как пленочкой, да, вот, защитить кожу от обезвоживания. И да, у нас большая линия, которая направлена на тело, увлажнение, очищение и вообще такой релакс-эффект. И я очень люблю все, что здесь есть, а также новинка, да, то, что мы недавно использовали с Владимиром, это набор для ног. То есть, тоже обратите на него внимание, потому что он очень меня удивил, особенно у кого варикоз, кто во время беременности тоже, отеки, скраб, есть для ног, и крем. Скраб, он охлаждающим эффектом таким классным обладает, и крем тоже так классно увлажняет и охлаждает. Я просто была в шоке, насколько отдохнувшей я себя почувствовала после вот этого дуэта. Так, получается, маленькие бутылочки нельзя, да, самостоятельно их применять нельзя, только соединяя их с каким-то другим средством, или вот с этим маслом, да. Большую можно самостоятельно. Да, да, масло жожоба тоже обладает очень большим количеством полезных свойств, можно его отдельно использовать. Просто когда... Оно же такое почти не пахнет, жожоба, поэтому вот, вот эти масла, их даже можно просто открыть крышку и нюхать. Уже идет такой кайф, уже такое расслабление идет. И также вашим клиентам, когда вы что-то рекомендуете, обязательно проговаривайте или отправляйте, как пользоваться нашей косметикой. Потому что, когда покупаешь набор, там, конечно, есть тоже инструкция, но вдруг она придет там только на корейском или не будет понятной, или человек просто не заметит ее и будет спрашивать, как же этим всем пользоваться. Это слишком много кремов, да, столько слоев, непонятно, что для чего. Если вы сможете это все объяснить, то, конечно, опять же, вы завоюете доверие такого клиента, который будет к вам возвращаться вновь. Например, набор Абсолют. Если вы зайдете на сайт, посмотрите самый низ, проскролите, есть вот такая картинка, как пользоваться набором Абсолют. То есть у него есть определенные... Это зависит, конечно, если вы знаете свою кожу хорошо, если вы доверяете сами себе, можете уже использовать по своему усмотрению, но это как рекомендует компания. То есть клиентам важно, чтобы была какая-то четкая инструкция, которой можно следовать, и то есть это добавит уверенности им в косметике. Поэтому кому-то нужна именно четкая такая инструкция. Проследите, чтобы клиент ее получил. Если на других языках сложно, то именно на русском можете найти. Вот это какой у нас набор, кто знает? Тонер, крем для кожи вокруг глаз, эссенция, лосьон, питательный крем. Так, Виктория спрашивает. Скажите, при беременности можно пользоваться бустером из серии Snow, Absolute и Ampoule? Нету противопоказаний. Но вообще бустером не рекомендуется пользоваться во время беременности, но я этим рекомендацией не пользуюсь, да, потому что у меня проблема, да, с кожей, я хочу скорее ее решить. То есть это не противопоказание, это просто не рекомендуется пользоваться во время беременности бустером. А у ампулами, сно можете пользоваться безопасно,
во время беременности, потому что, ну, это не агрессивные какие-то составы, не ретинол. Да, Елена, вы правы, это набор фейм. Это тоже инструкция с сайта СНГ, и вы можете увидеть не только, как пользоваться, да, тут, правда, не картинкой, как здесь, вот абсолютно удобно, да, картинкой указано, что зачем идет, но вы можете такую картинку сделать сами и отправить клиенту, либо объяснить, да, что, либо можно даже на баночках, вот кто в возрасте, для них баночки все кажутся одинаковыми. Можете сами написать или попросить кого-то, да, чтобы написали клиенту на каждой баночке там 1, 2, 3, 4, 5 для упрощения их жизни. Это очень им поможет. Также на четырехступеньке, я знаю, пишут, да, 1, 2, 3, 4, чтобы не перепутать, потому что все баночки одинаковые, и клиенту, который не хочет разбираться и тратить время, да, на обучение какое-то, хочется просто пользоваться, увидеть результат. Тоже можно такой лайфхак применить. Далее, есть набор Snow, да, у нас, и здесь я вот перевела с корейского на русский, как, в каком порядке пользоваться. Здесь можно добавить ампулу синергия код сияния, то есть один, чтобы улучшить эффект набора Snow. То, что сейчас, кстати, чем я сейчас пользуюсь. И вот такая еще инструкция есть. День-ночь. То есть это дневной уход, это ночной. А Ольга пишет, и так номеровала подруги. Да. То есть когда вы делаете вот такие, такую помощь оказываете, то, конечно же, вы вызываете доверие, к вам хочется возвращаться. А это успех бизнеса Атоми именно в том, что клиенты не хотят куда-то идти еще. Их настолько здесь все устраивает, что они всю жизнь готовы покупать только Атоми, да, покупать у вас, да, будучи в вашей ветке. И ваш бизнес только растет, да, с каждым разом, потому что этот человек дальше рассказывает, как, даже, может, не рассказывает, даже уже на лице такой эффект классный, что спрашивает, чем же ты пользуешься? Я вот пользуюсь тем-то, спроси у моего наставника, и вы получаете, да, больше товарооборота. И новые масочки, да, у нас появились. Абсолют Snow, извиняюсь, Абсолют, серия масок, четыре разные масочки. Эта масочка у нас идет ночная, на омоложение работает. Дальше здесь эта масочка тоже идет на увлажнение, питание кожи. Роза идет. Вот эти две маски, роза и мед с женьшенем, они идут на увлажнение. То есть даже когда вы нанесете эту маску, смоете, ваше лицо напиталось. То есть вам даже можно никаким кремом дальше уже не пользоваться. Вы чувствуете, что кожа, ну, напиталась, и ей прям вот весь уход не нужен. Но вы можете там мистом закрыть или той же вот этой масочкой завершить уход. То есть настолько они питают кожу лица. Их, кстати, можно, вот это вот на 12 часов, да, на всю ночь оставляем, их можно оставлять на час, что розу, что мед с женьшеном. Единственная очищающая масочка у нас идет, это глина. Глина и кипарис. А вот эту масочку максимум 20 минут, то есть не нужно держать ее часами, потому что она очищает наши поры. Особенно вот подросткам хорошо, да, жирные обладатели комбинированной кожи оценят вот эту масочку, я в том числе, да, жирность убирают, очищают. И 5-20 минут можете подержать ее, она не стягивает кожу, она очень мягкая такая, да, влажная, тоже высыхает через какое-то время, да, тоже не передержать главное. Да, нам нужно ускориться. Такие масочки у нас есть. Маски – это для чего я советую? Это когда у вас на следующий день какое-то важное мероприятие, вы хотите 100% классно себя показать, да, как выглядит ваша кожа сейчас.
То есть максимальное сияние получить в очень короткие сроки. Это помогает нашей масочке. Также, если вы чувствуете, что не хочется, да, сегодня делать много слоев косметики, хочется что-то одно нанести, очень устало. То есть, если не хочется тратить время на уход, то лучше нанести маску. В таком случае она заменит вам несколько ступеней ухода. То есть эссенцию, тонер. Тонер, конечно, рекомендуется наносить до маски, но просто если совсем нет времени или сил, то можно нанести маску, и она вам даст очень классный эффект. Вот такую картинку предоставила компания в рамках обучения Бьюти-академии. Вы можете тоже сделать. Да, она такая не сильно качественная, вот картинки. Поэтому вы можете что-то подобное сделать и для своих клиентов, такую памятку, и для своих партнеров. Не знаю, как это делается, поэтому да. Но полезно, да, здесь, например, написано brightening, это осветляющий уход, вот этот вот сверху. Здесь дальше вот это и вот это, антивозрастной уход. А вот мы видим знакомые баночки. Следующий уход – это увлажняющий уход. И мы видим здесь мыло. Мыло с pH, да, который совпадает с нашей кожей. То есть pH, который не сушит кожу. Мягкое получается умывание идет и увлажнение. Далее у нас акне и чувствительная кожа. Это вот последний. В октябре у нас будет бьюти-марафон, на который я очень советую попасть, особенно те, кто еще не участвовал, ну и те, кто участвовал еще раз. Бьюти-синергия, уже седьмой поток, то есть седьмой раз мы будем снова делать уход утром-вечером, запечатлеть это все дело в группу отправлять, друг друга мотивировать и а у нас появится привычка с вами ухаживать за кожей лица, то есть не забывать про себя и улучшать состояние своей кожи благодаря этому марафону, то есть у вас будет эффект до и после. Основной набор, который мы рекомендуем использовать во время марафона, это ампулы синергии. То есть мы раньше использовали только этот набор, где было других вариантов, но так как не в каждой стране есть ампулы, то вы можете, например, использовать ампулу Абсолют. То есть эта ампула не является единственным этапом в вашем уходе во время марафона. То есть у вас должен быть тонер, да, лосьон, эссенция, крем, солнцезащитное средство обязательно. То есть это просто основной активный ингредиент – это ампула. Ампула – синергия, либо селактив, либо вот у нас есть патчи акропаз, мезотерапия, либо вот такое средство бальзам-перезагрузка у нас есть. Или если вы работаете с пигментацией, сейчас вы можете приобрести корректор. В подарок. Те, кто дойдут до конца и наберут максимальные баллы, будут участвовать в розыгрыше. Мы разыграем наборы Абсолют. Так. То есть как примерно выглядит уход? Да? Это скриншот с обучения, с Зума, с Академии, Бьюти Академии. Очищение, затем ампула с бустером. Потом основной уход и завершаем солнцезащитным кремом. То есть как внедрить, да, во время марафона ампулу в вашу рутину. И у нас очень много результатов до-после марафона. Мы делаем обязательно до фотографии. Да? И девочки написали очень много отзывов, за что большое спасибо. То есть очень много... То есть, отзывы все положительные после марафона, поэтому если вы их еще не проходили, очень рекомендуем пройти. Да, и
Несколько слов у нас останется на декоративную косметику. Буквально, да? Потому что уже время. Умсунай пишет, я 4 раза прошла марафон, результат супер. Да, Умсунай, спасибо большое. Благодаря декоративной косметике мы можем что сделать, да? Мы можем так умно подчеркнуть свои достоинства и спрятать недостатки. У нас есть уходовая косметика и декоративная косметика, да, это Аделика. И этому тоже в Beauty Academy отдельное внимание. То есть смотрите, вот лицо круглое, да, как сделать его овальным, идеальным. Это вот если вы научитесь пользоваться трюками косметическими. Если ваш клиент спрашивает, что мне больше подходит, BB-крем или кушон, конечно, лучше, если вы сами уже пользовались и тем, и другим, вы можете дать свое мнение. Если нет, то да, больше спрашивайте у клиента, да, по состоянию, по типу кожи. Если говорить про более легкие текстуры, это вот база, да, она имеет такое сияние уже дает. BB-крем, они более легкие, вот кушон, он такой более плотный, поэтому его можно рекомендовать на нормальной коже, сухой. Ну, жирная комбинированная тоже можно пользоваться, конечно же, кушоном, но просто более легкий у нас BB-крем идет, или база, вот та же самая легкая. То есть это то, что дает нам эффект фильтра в Инстаграм. Благодаря чему кожа будет выглядеть идеально, да, и уже затем наносить тени и другую косметику. Я думаю, что вы слышали про то, что есть цветотипы у каждого человека, есть более теплые тона, есть холодные тона, мягкие и более сильные. Как же определить цветотип? Позже. Я покажу вам слайд, но вот такие слайды показывали нам на Академии, и вот корейские идолы, да, какие им цвета подходят, вот если цветотип весна, вот теплые вот такие тона подходят, если лето, вот такие. Не знаю, узнаете ли вы кого-то из этих актрис или певиц. Осень. Вот, вот такие тона справа, и зима, холодные тона. Теперь как определить цветотип? Вот слева такое вот детальное описание, как, от чего зависит цветотип. Это волосы, кожа, глаза. То есть благодаря этим показателям вы можете определить, какой цветотип у человека. И благодаря тому, что мы знаем цветотип, мы можем подобрать косметику. То есть, и тогда клиент может вам спросить, да, вот у вас 4 там, оттенка в Аделике, есть еще вот такие тени, какой мне лучше подойдет. И даже вот просто посмотрев на фото человека, вы сможете дать рекомендацию, какой лучше подойдет, и она точно подойдет, и человек, клиент будет доволен. Зима, не идут оранжевые, красно-бурые, коричневые, теплые, да, то есть зиме не советуем вот эти наборы. Цвета идут холодные, контрастные. Синий, фиолетовый, ярко-розовый, лиловый, изумрудный, малиновый, да, вот можно вот такой оливковый, например, порекомендовать. Есть еще разные типы румян, да, у нас такой более холодный идет, теплый, и вот такой вот, это новинка, румяна такие яркие, то есть светленькие-светленькие. Тоже более холодный, да, тут. Лето. Вот, если вы определили свой цветотип, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ой, в чате. Волос, лето, если у вас вот такие волосы, такая кожа, вот что подходит из цветов? Это любые холодные пастельные тона с легким контрастом.
Постельные у нас вот здесь, да, очень много, в основном наборе. Катерина пишет, что зима, далее зима, далее лето, далее уже все цвета. Ага. Ну да, если вы уже хорошо знаете свою кожу, вам подходит все. Здорово. Осень. А, вот мне кажется, что у меня осень, весна, вот что-то между. Не идут холодные оттенки, то есть если не рекомендуют, да, например, первый румян, более теплый. И весна тоже подходит теплые, нежные, постельные оттенки. Осень, лето, да? Да, натуральный цвет волос имеет значение, да. Если уже покрашен, то уже сложно, как определишь. Поэтому спрашивайте натуральный цвет, какой у тебя. Да, и даже в одежде вы можете подбирать одежду. Вы увидите, да, если вы зима, и наденете что-то оранжевое или красно-бурое, оно у вас, цвет лица будет как бы тусклый такой, неживой, да. А когда вы подберете вот что-то холодное, контрастное, да, вот синее, фиолетовое, вы увидите, что у вас глазки даже заиграли другими цветами. Также и косметика. Когда она нам подходит по цветотипу, то мы максимально классно выглядим, чем когда используем то, что не подходит. Это что касается косметики. То есть когда прям красили девушку, да, вот эту половину покрасили. Вот визажист покрасила девушку вот наполовину лица и показала результат до после. То есть тут даже не наносила базу, то есть вот начиная с тонального BB-крема, кушона, да, и так далее. Здесь вот был такой легкий макияж. Ну, в Корее дают предпочтение легкому макияжу, не агрессивному, не вечернему. И очень здорово будет, если вы тоже во время мастер-классов будете проводить вот такие вот визаж встречи. А в Турции, да, вот в центре косметолога мы проводили только уходовые встречи. Ну, мастер-классы, я знаю, что мы проводим по уходовой косметике. Но также мы можем увеличить, да, посещаемость или интерес тоже вызвать, то, что у нас есть декоративная косметика. Если вы сможете показать на ком-то, да, кого-то накрасить, это будет большим плюсом. Да? То есть у вас пойдут продажи тоже благодаря вашей экспертности. Да, про цветотипы вы можете еще изучать, но вот здесь вот очень хороший гайд. Визаж с Атоми до и после. Вы также можете делать это в Reels. То есть показывать то, что у нас есть косметика, тогда у вас и продажи будут пользоваться спросом и декоративная косметика. А если вы будете красить, да, вот во время мастер-класса, показывать до-после, очень хорошо работают до-после. Вот эти преображения сейчас максимально популярны в Reels. Вообще процесс макияжа или процесс ухода, если вы это делаете видео и затем отправляете в соцсеть, то это смотрит, это вовлекает, это хочется смотреть. Да, вот даже с вами, давайте мы сейчас посмотрим. Опять же, да, не могу включить. Да, не могу. Да, в этом формате не могу. Сейчас, минуточку.